Ну давай. Чего ты там сидишь? Спускайся. Вот твоя любимая еда. Глянь. Кара, да? Давай, а то всем интересно, как же ты возвращаешься? Да никак ты не возвращаешься. Сиди же, тебя манить надо. Монстрятина ты черная. Давай, давай. Давай. Вот она. Вон, ты ее видишь? Да. Давай, кушать будем? Карлуш, кушать-ки будем? Ну давай. Давай, 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 спускайся. Ты не высоко, но я не хочу за тобой лезть. Давай, Карлуш. Витамин D получили. Территорию обследовали новую. Правильно? Ой, ты мой красивый. Кусай. Хвоста почти нету. Листики, да? Оп, еще перышко. Вот оно, перышко. Упало. Давай, брат. Вот, на. Вот твоя еда. Давай, 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 давай. Чуть-чуть буквально. Чуть-чуть и все. Вот чуть-чуть дотянуться и все. Ой, ты мой маленький. Все. Mission complete. Вот так это чудовище провоцируется спуститься на землю. Ну давай, пересаживайся на ветку какую. Давай, давай. Карл. Представляешь, что это за кадры сейчас? Давай. Ну на плечо хоть пересядь. Вот это... Все? На, кушай. На, кушай. Все, можно кушать, да? Теперь можно кушать. Вот такое видео с ничего. Ребят, кому такое нравится, подписывайтесь. Дурня-дурня, честно говоря. Увидел бы это кто со стороны, подумал бы, что я дикую ворону себе поймал бы. Наверное, так видео и назову. Вылетел с вольера. Просидел 2 часа на высокой липе. Соскучился, начал каркать. Сманили его сюда, в огород, в сад. Сидел еще полчаса по разным деревьям, шкерился. Все, решили сманить его уже окончательно. Яичком. Сманили. О, ничего в жизни не надо. Только яичко, самая любимая еда. Так что, кто заведет, вот вам... Самый ценный совет, самый ценный лайфхак. Кто заведет такую птицу, найдите сразу, что она любит, что для нее лучше всего. И пользуйтесь этим. Всем спасибо.